Хотелось бы напомнить нам то, что дети – это великая милость Аллаха Субхану ва Тааля. Дети – это великая милость Аллаха Субхану ва Тааля. Ведь пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал في حديث رواه إمام مسلم который приводит إمام مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Когда человек умирает, книга его деяния закрывается. Исключением лишь является три вида людей. الصدقة الجارية – тот, кто после себя ставил صدقة, который приносит людям пользу. Построил мечеть. Построил мадраса, вырыл колодец, дороги провел. То есть садака, который приносит людям пользу. Второе, аль-ильму янтафи'у бих. Это тот, кто после себя ставил знания, которые приносят людям пользу. Учеников оставил, книгу написал, альхамдулилля, видеоролики какие-то записал. Людям приносят пользу эти знания. И третье, валь-валяду салиху яд'у лях. Тот, кто после себя оставил праведных детей, которые делают дуа за своих родителей. Субханаллах. Это великая милость оставить после своей жизни детей, которые бы за тебя делали дуа, мой брат. Поэтому, как в другом хадисе сказано, когда люди уже будучи в барзахе, а дараджат он, джаннат он дараджат вверх, 100 дараджат а'ляха фирдаус, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, будучи в барзахе, Аллах субхану ва тааля будет возвышать их в степенях. И тогда они сказали, айна хада я рабби, откуда это он наш Господь, ведь мы столько не делали благого. هذا بأعمال أولادكم بعد وفاتكم. الله سبحانه وتعالى скажет, это то, что ваши дети делают после вашей смерти. И вот поэтому вы их так воспитали, вот эти благие деяния ваших детей приносят даже, субханаллах, родителям пользу. Каждый из нас, брат, умрет. Каждый, мы все уйдем, и эта дунья тасира, короткая, как бы она ни казалась, длинной, каждый, и меня положит, всех нас положит в могилу. И как будет прекрасно, если мы после себя оставим детей, которые, альхамдулилля, их деяния, их благие деяния будут приносить нам пользу, когда мы с вами будем в могилах. Великая милость. Поэтому мы должны знать то, что дети – это великая милость от Аллаха Субхану ва Тааля. Также дети, Аллах Субхану назвал это красота этой жизни. Аллах Субхану сказал в Коране «Аль-малу валь-бануна зинату л-хаяти д-дунья». Как сурат Аль-Кахф, которую вы каждую пятницу читаете, Субхану ва Тааля сказал «Имущество, маль, деньги, банун, дети – украшение этой жизни». Так же, как Аллах Субхану ва Тааля сказал, объяснил нам посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, то, что дети – это милость, дети – это украшение этой жизни, но также мы должны знать, что это великая амана, ответственность. Это великая ответственность перед Аллахом Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал, «Адду л-аманати иля ахлиха». Доводите аманат Аллаха Субхану ва Тааля. То есть не предавайте Аллаху Субхану ва Тааля в этом вопросе. Доводите их до конца. Также Аллах Субхану ва Тааля в сурат Аль-Анфаль сказал: "Я айюхаллазина аману ла тахуну Аллаха вар-расула ва тахуну аманатикум ва антум та'ламун". О верующие, я айюхаллазина аману, о верующие люди. Аллах Субхану ва Тааля к нам обращается, к вам, ко всем. Это называется нидау шараф, обращение почёта. То есть Аллах Субхану ва Тааля с почетом обращается к тебе, мой брат, и говорит, о верующий, я мумин, я айюхаллазина аман. Ла тахуну Аллах, не предавай Аллаха, вар-расуля, не предавай посланника, ва тахуну аманатикум. Тем самым вы предадите аманат, который Аллах Субхану ва Тааля вам дал, и вы при этом знаете. Как же не может быть дети аманатом, ведь Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал в другом аяте, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وверующие, спасите себя и свои семьи от наказания ада. Это аманат. Аллах Субхану ва Тааля нам приказывает, говорит, спаси себя и свою жену, своих детей от наказания ада. То есть призывай их к благому. То есть отзывай их от плохого, от харама. То есть покажи им пример своими действиями, своим детям. Аллах Субхану ва Тааля также говорит, приказывай молиться. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Повелевай своей семье молиться, своей супруге, своим детям молиться и проявляй на этом терпение, сказал Субхану ва Тааля. Это масулия, это ответственность. В хадисе, который رواه имам аль-Бухари муслим, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Каждый из вас в этой жизни пастух, и каждый из вас отвечает за свое стадо, то есть то, что Аллах Субхану ва Тааля ему доверил. И потом пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пассам начал делить и объяснять, дабы довести до разума человеческого. Аль-имаму ра'и фи джама'атихи фа хуа масулун анхум. Имам или, скажем, правитель, он является
ответственным за свой джамаат. Раджу ра'и фи ахлихи фа хуа масулун ан ра'ийати. Мужчина, он пастух своей семьи, отвечает за это, сказал саллаллаху алейхи ва саллям. Валь мар'ату ра'ийату фи байти заужиха. Жена, женщина, она пастух в доме мужа и отвечает за этот дом, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И потом в конце сказал: "Фа куллюкум ра'и". Каждый из вас пастух. Даже если посмотрите, вот, вот дети, у кого есть, одному, скажем, там 4 годика, другому 2 годика. Все равно вот у 4-летнего какое-то есть маленькое переживание в сердце за своего маленького брата. Но все равно он как-то говорит: так не делай, Лялька, так нельзя делать, что некая ответственность. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что дети — это ответственность, мы должны понимать.